По-настоящему близкий человек – это тот, кто знает твое прошлое, верит в твое будущее и сейчас принимает тебя таким, какой ты есть. Девушка, здравствуйте. Вы куда торопитесь? Да. А можете остановиться прямо на 5 минут? Ну, мне хотелось бы с вами поговорить. Не хотите легкие деньги заработать? Легкие деньги это. Нет, не волшебство, как. Не волшебство, как в Дом 2. А просто легкие деньги, вот там, можешь посмотреть, у меня золотая машина стоит. Мы просто с тобой присядем туда, и я тебе более подробно все расскажу, что как. За это я тебе готов дать 30 тысяч рублей. 30. За 10 минут со мной разговора. Кстати, у тебя парень есть? Нету? А, ну он хорошо, что парня нету, вообще замечательно. Просто 30 тысяч, разговор со мной 10 минут, и ты уходишь свободный, довольный, и все прекрасно. Как ты на это смотришь вообще? Я не стою здесь. А, ну да, никуда не уезжаем, конечно. Ну, соглашайся. Просто посмотрим. Да? А, давай, все. Я тебе даже открою дверь. Сейчас, вот это. Сейчас, брат, подожди секунду. Сейчас, подожди-ка. Братва! Как мне кажется, многие из вас слышали про Форекс. Но многие уверены, что без знаний там не заработаешь. Уберите этот миф из головы. Международный брокер Капекс доказывает, что инвестирование в высокодоходный финансовый рынок доступно каждому. Больше 2 лет брокер работает с чистой репутацией в сети. Я уже полгода сотрудничаю с этой компанией и зарабатываю. Все, что нужно, чтобы зарабатывать, это пройти быструю регистрацию, пополнить счет любым удобным способом, инвестировать в лучшие форекс-трейдеров или же в готовый продукт этой компании. Ну а после получить дивиденды. Если ты еще сомневаешься, то тебе повезло. Компания проводит акцию. Получи до 1000 долларов на бонусный счет при инвестиции. Ребята, забирайте скорее свои бонусы и получи свои дивиденды. Ну а пока ты сомневаешься, другие люди зарабатывают. Сейчас я поставлю свои 500 баксов на вывод. Оба-на, мои денежки уже пришли. Ссылочку на Капекс я оставлю в описании под этим видео. Так что все в силе, все красиво. Смотрим новую пушку, и все будет классно. Так, я вот сюда куда-нибудь встану. Я даже и в торопях не спросил, как тебя звать. Просто так все быстро получилось у нас. 30 тысяч. Так, скажи, куда ты шла? Я куда шла? Да. По своим делам. А, по своим делам. Какие у тебя дела? Важные. А сколько тебе лет? Тут много вопросов. Сколько тебе лет, как дела? Есть кредиты, есть машина, тачка, деньги. А? Мне 21 год. 21, да? Да. Очень приятно. Зовут меня Наташа. А, Наташа, Сергей, да. Очень приятно. Очень приятно. Я просто так как-то это быстро, мимолетно все у тебя спросил. Ну смотри, я такой человек, который любит смотреть на женское тело. Но не заниматься каким-то... Пожалуйста. Но не заниматься каким-то волшебством, а я плачу девушкам деньги, ну... Ты что? Ничего. Ну, рассказывай. А я плачу девушкам деньги за то, чтобы они раздевались у меня в тачке. У тебя были такие предложения хоть Нет, раз? У меня не было таких предложений. А ты сама с Питера? Нет. Нет? У-у. Так приездом или работаешь здесь, живешь? Живу здесь. Ага. Ну, короче, недолго. Ты здесь. Ну, я здесь. Я здесь, ага. В данный момент. А чем вообще занимаешься? Да ничем. Всем. Всем подряд. Ага, всем по чуть-чуть. А у меня есть все предложения. 30 тысяч я тебе даю. Вот. Ты, конечно же, делаешь то, что я тебя прошу, кроме волшебства.
Да, понятное дело. Не, ну подожди, можно предложить 100 тысяч с волшебством. Не-не-не. Я не такая. Я не такая. Ну, суть в том, что ты должна сейчас раздеться. Раздеться за бабки. Да? Можешь тебе фотку показать мою? Давай. Покажи голову? Нет, белье, у меня есть фотки, фотосессии. А, ну, то ты. Есть для меня как бы нет ничего такого раздеться там для белья, но я люблю это делать просто на съемках там, ага. На красивых. А, у тебя есть фотограф личный? Нет, личного нет, но когда зовут на съемки, я там, смотря на каких условиях, ага. Там, особенно если они оплачиваются, то, конечно, почему нет? А, ну супер вообще. Ну вот представь, что у тебя фотосъемка. Угу. Вот, ты раздеваешься перед парнем. Перед парнем? Танцуешь. Ну, главное, обычно что... Обычно я на этот, девушке фотографа. А, девушке, да. А парни что, не? Нет. Почему? Был какой-то неудачный опыт? Нет, я стесняюсь. Чего ты стесняешься? Некоторые девушки, ню, там парни, все дела, фотографы фоткают, смотрят на женское тело. Нет, кстати, у меня не было съемки такой. Не было? Не, не было. Ты стесняешься или... Ну, как-то да, стесняюсь. Почему? Белье еще нормально, ну... Некомфортно себя чувствуешь? Да, да. Ну, а молодого человека себе не хочешь завести? Завести? Да. Сейчас выйду. Как собачка. Оба-на. Не, ну у тебя были хотя бы отношения за 21 лет? Конечно, были. Не, ну серьезные были? Были. С интимом? Конечно. Или так просто, я поцелую, как в детстве? Нет, конечно, все было, потому что как без этого. Ну смотри, у меня к тебе конкретный вопрос. Третий раз уже тебе задаю. Третий раз, я все от него ухожу. Да, ты уходишь, на другие темы переходишь. Мне нужно знать, смогла бы ты раздеться у меня в тачке за 30 тысяч рублей? И уехать в лес. Уехать в лес? Да, в лес, вот здесь ближайший. В лес нет, а... А, кстати, почему ты с парнем рассталась? Ой, какие вопросы. У меня были только... Ты разлюбила? Нет, я не разлюбила. Так получилось. Изменила, наверное. Нет. Изменила? Не я. А, он изменил? Ах, какой прокатит. Не знаю, как это сказать, в общем, не важно. Четвертый раз. Четвертый раз. Задаю вопрос. Ты готова раздеться за 30 тысяч рублей у меня в тачке, ну и повернуться попкой и станцевать попкой? Еще и станцевать вот попкой? Вот так, да. Нет, подожди, подожди, это уже... Ты чего? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай без ля-ля. Не, ну серьезно, Наташа? Наташа. Наташа. Сергей. Кстати, у меня не было никогда Наташи в знакомых даже. Ну вот. Всегда были Яны, Кати, ну такие, угу. Имена, Наташа. Блин, ну красивое имя, кстати, Наташа. Благодарю. Ну что, Наташа? Ну... 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 Я могу поспать, в принципе, все нормально. Ну, а давай, что? Окей. Подожди. У меня тоже так, мы стоим здесь, никуда не едем. Ты я просто раздеваюсь, ты просто и потом одеваюсь. Ты просто раздеваешься, поворачиваешься попкой. Зачем поворачиваться попкой? Я хочу, понимаю. Чтобы ты станцевала. Просто попой повернулась, станцевала. Вот, вот этот самый главный факт для меня, понимаешь? Это мой фетиш. Я люблю смотреть на женские попки. Понимаешь? Давай клип посмотрим, давай. Нет, я хочу твое тело посмотреть, именно конкретное. Меня возбуждает от того, что девушка идет, и я ей предлагаю деньги. Угу. А если так будет, просто с кем-то познакомился и провел как-то время, ну нет, мне это не интересно. Скучно, да? Да, скучно. Я такое, знаешь, чуть-чуть это... Странно. С приветом. Привет, Сергей. Не Андрей, а Сергей. Угу. Наташ. Да. Ты меня слышишь вообще? Да, я слышу тебя. Ну? Все, я раздеваюсь, но попкой не трясу. Попкой трясешь? Не трясу. Да. Это все, это же вообще... Ну нет, ну... Не, подожди, 30 тысяч, подожди, 30 тысяч. Ну, человек, я думаю, за 30 тысяч, ну, блядь, должен многое чего уметь. Многое, например, просто раздеться. Ну, раздеться это, блин, ну это как-то неинтересно. Это не очень интересно, а если ты бы повернулась попкой и станцевала, было бы... Угу. Умеешь танцевать? Чуть-чуть. Ламбаду. Ламбаду, да? Да, или вальс какой-нибудь. Вальс. Давай выйдем с тобой вот сюда на проезжую часть, и мы будем с тобой танцевать прям. Да, и все сразу с телефона. Да, зато будет хайп какой-то.
Наташ. Да. Давай. Еще раз. Соглашайся. Так. Ну что, я уже смотри, я уже почти согласилась, я уже села к тебе в машину. А, ну, 30 тысяч я тебе, после того, как ты разденешься, я тебе дам 30 тысяч. А где это? Чё? Где мне это, как там сказать? Быть уверенной в тебе, в общем. А, ну вот. Доказательство того, что... А вдруг они игрушечные? Да, они не игрушечные, можешь проверить. Фальшивки. Да, конечно. Вот знаешь, мне всегда удивлялись девчонки, типа такие, знаешь, идут, машина едет крутая, и она такая нос задрала, такая раз, одним глазом, боковым зрением смотрит на нее. Почему вы так делаете? Почему вы, когда видите, например, даже красивого парня, машину красивую, почему вы всегда нос задираете? Нос задираем. Так голова сразу, осанка такая ровная, идете с ровной осанкой. Я всегда так хожу. Да? Да. Ну а вот есть девушки, ты знаешь такие? Ну бывают, наверное. Такие сначала на расслабоне идут, все дела, все круто, а потом бах, опа, штыковая лопата просто встала и пошла. Она даже не смотрит никуда, она только вперед смотрит, ни налево, ни направо, она боковым зрением только смотрит, больше никак. Наташа! О боже! Блин, у тебя уже тут это... Холодно? Холодало, да. Давай я... сейчас еще раздеваться начну. Заболеешь. Так, ну что там у меня? Что у тебя там? Что-то у тебя есть какие-то секреты? Секреты? У меня все секретно, а я тебе сейчас буду показывать свои секреты. Ну самое главное то, что у тебя парня нет. Да, самое главное. Ну, к сожалению, наверное. А если парень был... Подожди, я сейчас... Вот этот мужичок у меня нас выгоняет. Если парень был, то я бы, наверное, одна не ходила. А разделась бы в машине бы? У него только. А, у меня. У тебя нет. Почему? Ну, верность одному. За 100. Ну, блин, смотреть на женское тело, я думаю. Да хоть за 200. Если молодой человек любимый, то зачем мне... Знаешь то, что нет любви? Нет любви, да? Это все говно. Ну, у меня пусть будет. Будет любовь? Пусть будет, пожалуйста. Наташа. Да. Давай. Все, надо уже делать, да? Конечно, раздеваться, танцевать и все. Работаем. Работа пошла. Я даже вот так как-нибудь сяду. Хочешь, я даже подержу твою сумочку, так, чтобы она тебе не мешала? Мне тут все будет мешаться. Давай. Все. Какое это... на тебе белье? Беленькое. Беленькое? Угу. Любишь? Давай, беленькое? Да, конечно, люблю. Сейчас, подожди секунду. Я вот так тебе сделаю. Во! Опа! Смотри, как круто! Крутенько! Наташа, Наташа! Давай без этого! Наташа, 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 Наташа! Давай без этого, я быстренько это... А какой у тебя размер твоего буста? Как видишь, небольшой. Небольшой? Небольшой. Это у тебя что, боди, типа? Это у меня типа боди. Угу. Никто не видит нас? Как нас могут видеть, если мы тонированные? Спереди-то? Нет, тоже тонированные. Все тонированное, да? Да. Ну ладно. Ты сам главное, то когда раздеваться будешь, не потеряй ничего. О, у тебя даже пирсинг есть, вообще замечательно. Конечно, без него куда. А ты ходишь куда-нибудь, ну типа фитнес, там все дела? Ну на данный момент я не хожу, а бегаю возле дома, в парке. На правильном питании сижу. А что включает правильное питание? Ничего жирного, ничего сладкого. Ну и сладкого только сухофрукты. А хочется вообще сладкого? Очень, я сладкоежка, мне вчера шоколадка снилась. Я представляю. Я представляю. Мне кажется, это забавно, да? Я никогда не раздевалась в машине. Не раздевалась? Да? Да. Это первый раз? Первый опыт. Ну вот, первый, зато уже в этой жизни надо все попробовать. Конечно, конечно. Раздеться у кого-нибудь в машине. За 30 тысяч. Почему нет? Оп. Оп. Надо дальше, да? Конечно. 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 Ты так застеснялась, капец. Я не покраснела? Ты нет, вроде бы не покраснела. Ну. Достаточно?
Ну да. Оборот стороны. Не-не-не. Ну а как я буду попкой, попу смотреть твою, скажи? Вот так? Оп. А, вот так? А, нет, так не пойдет, там все увидят еще. Не Мне все кажется, что там кто-то следит. Да никто нас не видит, я тебя даже на камеру могу сейчас снять, нас вообще никто не видит. Да? Ну давай я тебе просто повернусь и все. Мне? Попкой. Ну хотя бы вот так, боком можешь боком, встать? Боком, да? На коленки, да. На коленки? На коленки! Это сложно! Да ну не сложно. Давай я с тобой прям встану, смотри. Как это сложно? Вот, все! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Понимаешь, все! Все! Я говорю, он не смотрит. Он не смотрит, его он не уже видно. Раз. Бужик! Ну-ка съебись отсюда по-быстрому. Он, смотри, специально руки моет такой, типа, не смотрит, хуяк боковым зрением. Да он не... Я тебе серьезно говорю, нас не видно вообще. Да. Я вот бы сейчас в трусах бы прям вот так побежал бы. До 30 тысяч. Да. Еще без трусов бы. Так. Так. Ну, поехали. Он не видит. Он не видит тебя. Так ты переворачиваешься прям это. Как будто куда-то бежишь. Ой. А можешь попкой чуть покрутить? А можешь сюда облокотиться? Так, слишком много просьб уже, все. 30! Вот. Смотри, какое у тебя прекрасное тело. Какая тут... Какая у тебя замечательная фигура прям. В принципе, ну, блядь, все классно. Все классно? Да, все супер. Если хочешь, можешь это одеться. Если тебе, можно я так пойду? Если тебе, в принципе, неловко. Вот, а ты боялась. Наталья. Наталья, вот это ты дала жару. Мужик аж ебать с инфарктом на, в 03 начали вызывать его. По делам шла Наталья просто, по делам. По делам и тут... За книжками шла Наталья. Да? За книжками? За книжками. Серьезно? Конечно. А ты что любишь читать? Ну, я по-разному. В зависимости от того, что я в данный момент хочу. Сейчас я шла, чтобы купить эту книжку «Богач-бедняк». Угу. Там про что рассказывается? Там больше про... Мне посоветовала девочка, чтобы... Ну, вот я хочу свой бизнес, и поэтому... А, типа она рассказывает, как продвигаться дальше? Ну, там не рассказывается, но, короче, суть такая. А, бля, вообще замечательно. Да. Что ты хочешь? Ты что? Мне тяжело. Ты так на меня смотришь, мне можешь выйти? Да, уже, что-то чего хотите? Давай я выйду просто. Давай я тебе сотку еще дам, ты прям побежишь. Голый. Нет. Да в трусиках. Нет. Почему? Нет, все, это уже верх меня. Ну, а если бы тебя накачать чем-нибудь? Накачать? В смысле, так чем-нибудь накачать? Наркотиками. Ты что? И наркотики. Ты не употребляешь наркотики? Нет, не никогда? Нет. Я тоже. Не уважаю вообще это, если честно. Зачем? Я больше люблю спорт. Ну, ты и алкоголь тоже, нет? Ну, выпиваю, конечно, там по праздникам. Ну, просто да, в компании, там. Да? Ну, да. Ну, иногда могу одна винцо попить. Одна? Бокальчик вина, почему? А ты знаешь, что женский алкоголизм, он не лечится? Я не алкоголик. Он не лечится просто. Я в курсе. Не буду говорить, откуда. Он может просто не лечиться никогда. Мужик, он может еще вылечиться, а девушка нет. Нет. Нет, нет, нет. А ты учишься или работаешь? Ой, я сейчас на данный момент. Ты что-то о чем-то думаешь, о другом? Ты куда вообще смотришь? Ну, от деда этого, на мужичка? Ну? Да не видит он тебя. Ну, подумаешь, он домой придет сегодня. Поделает со своей... О, сори, дева. Такой он жук, он просто... Он не видит нас, я тебе серьезно говорю. Ну, ладно. Ты стесняшка? Я очень стеснительная, очень, как ты заметил. Ну, а это тебе не помешало быстро согласиться и сесть ко мне в тонированную машину? Что у тебя там? Все, я застегнула. Наконец-то. Тебе не холодно так?
Да нет. Нет? А тебе? Я из машины вообще не вылазю. Я все в машине делаю. Все, тебе понравилось? Да, очень, очень понравилось, честно, Наташа, ну правда. Здорово. Заработал. Да. Все, ладно, спасибо тебе большое и будь аккуратней. Да. А то вдруг так сядешь кому-нибудь в Приору, кавказцу, он тебя увезет куда-нибудь на Кавказ. Угу. Ну да, ты обращайся, конечно. Ну, если я тебя найду, я обязательно обращусь, так что прям замечательно. Все, я побежала. Все, ладно. Все, ладно, удачки тебе. И тебе, давай. Ну вот как-то так, ребятишки. Так что все в силе, все красиво. Надеюсь, вам понравился видосик. Спасибо за то, что посмотрели. Давайте наберем 10 тысяч лайков, и все будет в силе, все красиво. Береги родных, береги себя, береги близких. До скорого.